тех играх, чисто под конец, когда ты уже понял, что тут терять нечего, тебе как будто бы уверенность придала силы, и ты начал попадать больше. И, ну, я с Мурчиком ни разу не играл, я даже не знал, как он играет. Руслан, здорово. Не, у меня в этом плане, если ты вдруг захочешь пересмотреть мои с предыдущими соперниками игры, там все так же. С Юркой я смотрел. Там все так же. Вначале я отдаюсь кучу раз, только потом у меня что-то мозги в кучку собираются, и уже что-то осмысленно делать, догонять. Некоторых мозги в кучку собираются. На второй карте ты вот вначале взял преимущество, и после этого видно было, вот прямо видно было, что у тебя все идет лучше. Ты попадаешь, ты контролишь хорошо, короче, играешь. Я, походу, то ли расслабился чуть-чуть, то ли это, и он перехватил контроль, и да, я уже собрался только под конец опять. Ну, короче, да, в принципе, если захочешь, могешь. А так-то, да, главное не бояться. Вот особенно, когда против Квача играешь, особенно против Мурчика, который часто на Кваче играет, вот так в углах там прятаться, что-то стоять, ждать, вот нельзя. Вот там надо реально самому удерживать. Да, забываю, я против толстых персонажей редко играю и все время недооцениваю ХП. У меня это, ну, и так в игре есть недооценка ХП противника, а с толстыми это еще больше проявляется. Они сразу там с полными стеками. Ну да. Даже после смерти есть такое, да. Так, Мурчик, мы тебе циферки кидаем? Да, конечно. Мурчику? Мурчику да, директ, да. Какая у него ава? У меня что-то никто не подписан. Там, где... Так ты можешь просто ведь там найти. В Дискорд просто кинь мне. Вон, на меня клацни, отправить сообщение. О, Машенька. Я в этом. В Кваке уже отправил. А, в Кваке? Ну давай, все. Сейчас. Ханза, а на первой карте, то есть я... Ой-ой-ой, ребята, сейчас интересно будет, сейчас стрим включу. Давай. Подожди, я же могу сказать, правильно, когда вы уже написали? Да, конечно, да. Можно. А, ну да. Все, да. Дэти написала 50, а ты ж, Ханза, 54. Нормально. Смотрим. 40. Опаньки. Дэти пикает. Прекрасно. Ну я так и так БК не стал бы банить, ладно уж. Ладно так. Уж, сделал одолжение. Ладно уж. Я просто с Юлькой поспорю, а то она думает, а ты что, зассал, что ли? Все понятно. Не зассал, а засял. Что нет? Что нет? Кто из вас создавать-то будет? Я? Так, да, тогда ссылочку ей. Так, а стримит кто? Я? Каждый стримит? Да. Мы он... ну с Мурчиком давай. Мурчик, мне не надо ссылку, я нашла. Ты мне недавно кидал. Так, что у нас? Ну, значит, тебе ссылку только скинуть Ханту. Ой, окей, Ханзу. Понял. Блядь, я теперь дальше буду путать. У меня только вот это Марио Микронем закончилось, теперь Ханза. Да, у меня та же проблема с тобой и с Бурчиком, так что все нормально. Блядь, я опять сказал Бурчик. Я думал, я был уверен, что ты специально это сказал. Что за какофония развели? Честно, случайно опять. Ханза, я кинул тебя. Угу, вижу. Мурчика, ты нашел, да? Конечно. А что с Бурчиком не так? Это да, же... у меня вечно путается Бурик, Мурчик, Мурик. А, блин, он Бурик? Знаешь? Просто Бурик. Многие его Бурчиком вообще-то называли, Бурик, я тоже запомнил, да, как Бурчик. Можно начинать? Я что-то уже начала и не спросила. Да можно, можно, ты ж пьяный. Стрим идет, да? Да-да-да. Хорошо. Надо спам разослать. Так, карту. О, Даша забанила Ковенанта. Че ж такая нелюбовь так к Ковенанту? И Дип забанил. Дип никто не хочет играть, что? Нафиг это Дип? Да, уродская карта. Походу, они за то будут играть Corrupted. Естественно. Конечно. Рельсы нету, на быке можно побегать. Конечно. Надо скинуть вообще на всех, надо скинуть. Потому что если Дэдси играет, это сейчас будет плюс просмотры в два раза больше. Даша, тебе удачи, Толян желает. Если против Ханза, да, то там еще... Я взял это чисто из наблюдения статистики. У нас это не предположение. Зрители спорят, какая карта самая хорошая. Ковенант, Инсо. У меня еще версии будут. Руслан, ты что скажешь? Ашокин. Ашокин это уже православная карта. Ашокин просто мейнстрим, поэтому никто не пишет. Кто стримит? Скаржик или Морчик? Коржик. Скаржик. Коржик? Коржик, да. Коржик?
Коржик, скруджик, как хочешь. Коржик. Ку-ку. 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 Чего? Вы уже начали, стрим начали? Да, 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 стрим начали, и пока пики бана. Сейчас буду. Мы ждать не будем. Ты должна еще выбрать последнюю карту. Да, я поняла. Спаржик. Енот. Спаржик. Это что это за... Я тебя точно дикобразом только кликать буду теперь. Что за спаржик? Вот, крот енот. Крот енот? Кроха енот, да. Я в Дискорд. А, мне там какой-то дикобраз написал, да, я вижу. Банит чемпиона. Когда нападает, еще дома мелкий. Ой, банит чемпиона. Переживаю, что косоглазие разовьется, поэтому... Плохо смотрю, у меня Дискорд просто... Спасибо, что не айзан. На втором мониторе, слева вверху, высоко айзан. Очень. Не, ну, сейчас посмотрим. Айзан. Я боюсь Баяна. Айзена я не боюсь. Кто такой Баян? Диджей? Диджей? Так. Кстати, он тебе говорил, что не будет банить быка, надо было тебе его под руины оставить. Вот это было бы круто. Не, нормально. Это был бы реально тактический ход, мне кажется. Господи, кого бы забанить-то? А, давай этого. Холодильника бань. Второй, точнее, вот свой вот самый сильный пик нужно оставлять на вторую карту, считаю, вообще. Это грамотно. Если есть такая возможность. А, если есть такая возможность, в этом-то проблема. Я не прочитал. Нет, сейчас ему. А, да, конечно. Они, прикинь, они тут шифровальщики вообще лютые. У них секретные комнаты на Юркином сервере. Только для тех, кто типа... Чтобы люди туда-сюда не заходили, и эфир, как бы, ну, никто не против вообще, все такое, ну, не засоряли лично. Что-то происходит, что происходит, что-то. Вы играете, да, турик сейчас? А кто с кем? А какой счет? Ну, вот, слышал, да? Ты все слышал сам только что. Вот я, как бы, я, может быть, где-то проутрировал, но просто мы тут сидим, как бы, тихонечко, а все, что мы говорим, вы слышите. Это кто спрашивает? Кроха енот. Шушеру всякую на стрим не пускают. Еноту приветствие от администрации сервера. Администратки. Администратки. Так. Галена с рейнджером. Ой, нифига себе. Это должно быть интересно. Добавите? Администратки. Нет, не добавим. Ну я аж так сказала, а не по-другому. Ну ты уже зашла в игру-то, я что-то не вижу тебя. Я просто сейчас загружаюсь. Давай поскорее. Успела. Так бежала. У тебя... Кстати, Юлик, но кроха его прав. Эй, я наркоман, я сейчас мне это задело. Мы до этого не додумались. Ну. Блин. Че, он прав? Надо, чтобы люди туда-сюда не ходили, надо было сделать отдельные комнаты и назвать их по имени того, кто будет вести трансляцию. Ограничить там количество людей до 3. Ну или до 4. Там, до 4, да. Не, я думал об этом, кстати. Вот потом совсем недавно. Бла-бла-бла-бла. Юлька, привет. Юлька с буквой И краткая. А. От кого? От енота? Нет, от опоссума. Опоссум? Мне опоссумы приветы передают. Еноты, опоссумы. А, енот и опоссум — это одно и то же, да? Блин, всех раскрыли. Так, Ханза все закинул. Хансо, ты как там вообще? Держишься? Енот, есть енот. Это надо не Ханзо спрашивать. Да, ты у оппонента спроси его, где же. Да, даже фура, я уверена в ней. Да, блин, я не уверена. Если честно, я когда смотрел стрим Феникса против Дети, меня очень сильно задело, когда ты сказал, что Дети меня выиграет. Так что я тебе сейчас докажу что-нибудь. Ой. Юля, все за тебя. Вот. Блин. Так, ну, все, спасибо. Давайте словим тишину. Какой сервер так оппоненты у нас желают катать? Любой, кроме Веста. Так, тут имеется. Я бы Варшаву, хотя говорят, Варшава сегодня не очень. Да? Ну, что, да. Франкфурт? Давай Франкфурт, уже проверенный. Все. Так. Проверенный не очень. Первая карта у нас Corrupted Keep. Проверяем все. А то мы умеем запускать и не те карты, опыт у нас есть. Так.
Ханза, пошел в обелиски. Что мы тут забыли? Дети, можно его обелиск, да. Так, ну что? Копируйте карты. Карты уже вставлено, все. Да, я уже поставил. Да вот, еще раз, для тебя специально, Юля. Спасибо, Ханза. Ханза, мысленно с тобой. Так, болею за Дашу. Ну все, так, оппоненты у нас готовы? Мы готовы. Оппоненты готовы. Поехали. Заглушите нас тоже. Да зачем? Интересно послушать. А то я материться буду в эфире. Да, хорошо. Поехали в мут, быстро. Все, тишина. А все. Итак. У нас он остался. Гарик еще не заметил. Он помолчит, если что. Умный. Умный малышик. Может, что-нибудь даже пойдет, скажет. Помолчать. А мы тебя и выкинуть можем. Я так-то тоже. Мы-то так-то все в гостях, если что. Хозяйка. Вообще разошлись, да? Главное, друг друга не выкиньте, а то нам с Мурчиком придется. Мой дом ваш дом, ребята. Да, это в экстренном порядке стрим включать. Все, давайте. Ну что, будем смотреть, начинать за Дарьей, наверное. За бычком, полового киллера поставим. Так. Ксенс такой невеликий, судя по тем мувам, которые она сейчас сделает. Раунд начнется через 3, 2, 1, в бой. Пау на машинке, забирает Мегу. И решает центральный лайт съесть, а не уроки-то. Может быть, чтобы избежать драки, кстати. Внимание, оппонент, душит его. Тут на шахте. Отличный шаф показывает. Выполняет свой боезапас. И идет. Забирает. Обнялись этим минуты. Отлично, пополнила хп. Недостающее оружие добрала. Собрала лайт. Второй смысл. А его тут у нас и нет. Отличный шаф. Как офигенный у нее. Может успеть забрать. Успевает все забрать. Реализовывает все. Отличный, отличный фраг. Прям уверенно. Стэк полный, можно душить оппонента. Что и делают? Догонять. Отменяет, молодец. Надо сломать пушку. И забрать часики сразу же по дороге. Попробуй. Гвоздиками бы пушить. Да, да, да. У нас кратчайший путь для Меги. Отличный, отличный шаф. Только увидела сразу же. Зажарила, сколько могла. Отлично, отлично просто вообще. Респаун гвоздей. Опять душит. Отлично, ракетная была добивать. Такой стэк. Боже. Ну все, забирай хэви и быстренько на быке прям побежала. Нет, так успевает, он убежал. Ханза только 150 поинтов отъел. Ты в два раза больше удари. Но он правильно атакует с верхней позиции. И удари небольшие проблемы. Сейчас будет добивать пытаться. Отлично, отлично. На мигу, ты же помнишь. Только не за аптечкой, сразу за мигой, пожалуйста. Отлично. Выйди, не делись. Невыгодно пока. Даша, надо еще начинать пользоваться этим машинганом. Вместо шафта на дистанции побольше. Так, у Ханза. Ханза убил, переключил на Ханза. Но ненадолго Даша солью все быстро обратно зарешала.
Больно смело на быка. О, 8000, видели, да, сколько телепорт, оказывается, телепорт наносит урона? 8000, ребят, вот, я только что видел. Урон по машинке. На выходе из телепорта. Так, первый у нас хэви. И у Ханза реальная проблема. Куча ракет. Раз. И скрылся. Ну, добивай, добивай. Так, можно было зашортить его в потолок и засорить. Знаю не оппонент. Слышал, что наверху пушка стоит. Нет, Даша не просто, а смотри, отступает, отступает. Кручу-верчу, запускачу, это все про нее. На 4 хп подсолила такая, чтоб обиднее было. Контроль не отпускай, с таким контролем вообще он там почти 400 хп. Можно просто идти и это... И лупить как хочешь, мне кажется. Забирай, забирай на билке. Нифига она как четко тайминг чувствует, прям смотри. Добьет, добьет. Не пошла. Ну молодец, что не стала отдавать правильно. Сложные времена. Ханза перестрелял. Быстрее копытца, да, да, Гринч. Быстрее копытца, точно. Ловит. У Даши отличная, отличная вот эта позиция. Она отменно там стреляет, что так, кстати, на удивление. Узенький проход. Предпочитает не драться, забрать айтемы, а потом ходить по своему шоту. Правильно, не раз. Отлично, солью в упор. Выжидает момент и наносит максимальный урон. Даже комментировать нечего, все как по учебнику делает. Сразу видно, что там не один час на игру конкретно на этого персонажа. Бах, и все. Так. Ну, ты же знаешь, мига будет. Вот если бы стояла на миге, кстати, выжила бы. 13, что-то сколько сломалось. Там пушечка идет. Предпочитает засейвить фраги Ханза. Перешахтил. Ба, просто переехала. Ну как это никак не закончить. Спауна выбежала, ББ затоптала. Надо было лайт собрать там у Рокета. Потом сюда идти. Ну и Рокет, соответственно. Так, оппонент там бегает, все собирает. А мы тут с ним ждем просто так. Море погоды. Ладно, у Хэвика Хэвика ждем. А шог это даже обычный, можно было тоже пополнить шогу. Так вот стоять просто, ну, минимальным КПД не рекомендуется. Мурчик, ты где? Мурчик пропал, риск. А, микрофон себе вообще. Драка за хэви. Бах! Куда? Куда откинуло? Повезло больше Ханза, да, ну, заберет Мигуч, забрал, все слышала, уходи, не дерись, ай, молодец. Все,
случайно отменила, походу. Не знаю, да, но что-то было похоже. Вообще, бык когда так говорил, мы... Психологическое давление еще оказывает риск. По сути, я бы на ее месте сейчас просто убегал максимально долго. Что тут бегать осталось полторы минуты? Нифига еще снежками там накидала. Солью, правильно. Кто съела? Не-не, Ханза, походу, эту карту не берет. Нет, нифига, она еще и нападает наглую с шахтом. Жух-жух. Он вообще тут еле-еле ходит где-то на подножном корме. Как у нас некоторые выражаются. Бо-бо. У нас КП. Ну все, и Мегу опять скушал у нас бычок. Ой. Стой тут до конца игры. И падать-то не хочется, смотри. Чуть правее можно. Застряла. Я не могу. Застрял бычок. Ханс, давай. Копытцы-то скользят, копытцы-то скользят. Джентльмен помог. А как ей не хотелось вниз падать, а это было очень забавно. Блин, свой фраг она успела там сделать. Не, молодец, Даша. Отменная игра. Показала мастер-класс этого персонажа. Ну тут уже не попишешь ничего. Это в клипы обязательно, да, москиты, кстати. Надо будет клип с этого забодяжить. Отлично. У Дэси Ша 29, у Ханса 38. А тут бычку много-то и не надо. Главное на контроле сидеть и бодаться уметь. Да, Толян, как тебе такое? Видел этот финт ушами, как надо прятаться? Хренак там, короче, за бордюрчиками. И стоишь копысами. Кто первый пикал? Дэси, да. Ну, свою карту она отыграла. Молодец. Нет, я в том плане, она сначала бы копила. Да. Кейл. Так, сейчас у нас руины Галена на рейнджера. Интересно тоже будет. И руины-то ее. Окей. Можно. Копыта пошла оттирать бычку. О, он уже клипчик уже подкатился, смотрите, ребята. Посмотрим пока. Я не уверен, но, по-моему, вот после третьего этого колка там можно выйти. Ой, позвонка. Да. Да, что там? Надо себя потише сделать. По поводу Варшавы, это вам надо согласовывать. Насколько я помню, Дэдси сказал не Вест. Она сказала только не Лондон, по-моему. Да, только не Вест, и про Централ она сказала, типа, ну, такое себе. Так что вполне возможно, что и Варшава тоже лучше. Поменялся этот? Да. Или на Варшаву. Поехали. Ready? Поехали. Такой юрокес справа, а слева прям
чумная дама с короной этой чумной королевы. На диету пора, клипчик. Так, сейчас название увидел, да? Нормально. Вау, так. Вик у нас начался. Имбифер ЛТ. Ты за кем вначале? Давай за Даш, я думаю, Ханзу тут возьмем свое. И фоллоу-киллера включим. Смотрим, как она без быка играет. На быке-то мы видели мастер-класс уже. Судя по тому, как она на быке играла, я думаю, другие персонажи у нее проблем тоже не было. Ошибаешься, ошибаешься. Так, респаун ближе к Миге. Ставят сразу же тотемчик, забирает Мигу. Синхронно забирают Кэви. Никто дылы делать не собирается. Сразу же двое активные действия. Рейнджер так, казалось бы, неудачно вышел и под ракету. Третья ракетка, рука дернулась. Да, да. Третья ракета бы решила все. Так. Они просто разменялись. Ханза молодец, подготовился к подбору, сразу же забирает. Никакие дилеев никто не делает. У Ханза опасен рейлган, а он тут появился, вот в чем дело. Ага. Интересная тактика. Не гнет, постоял. Но попробовать надо будет. Отменная атака, на самом деле, тактическая от Ханза. И еще очередной практик будет. Должен был услышать тотемы, он их видит. Расшибает один. Слышит. Часики надо брать. Впечатляюще. Штрафую с рейлгана. Не дает себя заштрафовать бесплатно. И торопится. Зажимает. Я должен сломать тотему внизу, который видел. При нем уже буквально поставили. Ожидаемый респаун. Не услышал. Убийца шаба. Череда убийств. Да. За 2 минуты 5 фрагов. Как тебе такое? Вот тебе и отсутствие быка. Да нет, не в этом дело. В этом плюс наличие рейлгана. Делала все хорошо. Два фактора. Основной, я считаю, что конкретно отсутствие персонажа, мейн персонажа, а второе, что у оппонента появился рейлган. Ну, в упор-то шафтом все же стреляет. Шогой надо было. Особенно при наличии таковой. Стрельба отменная у Ханза, то есть ракеты выверены, ожидают примерной траектории, только после этого кидает ракету. О! Это, конечно, нужно немножко подзамедлить игру. Да, и надо подсухарить попытаться, но не так-то просто, когда человек с тобой особо и не гоняется, штрафует везде тебя при этом. О, неплохо, кстати, было. Ой, прыжок зря был. Чуть-чуть. А отличный зато шотган. Молодец, Даша. Не сдает позиции. Кэви не успевает. Не надо врываться. Молодец, ушла. На голени так не парашишь, как на быке. Так что, в чем ты прав? Да, просто ты не можешь так позволить себе ворваться, что-то наделать и убежать. Отличный вариант, кстати, уйти вниз сейчас.
Вот она пропустила только оппонента, это ну, ошибка да, была. Да, дождаться третьего тотемчика, сделать себе оверхил. Да он уже был у нее. Собрать лайты и уже потом играть. Отлично, отлично, два райлгана, но рейнджер не растерялся при выходе. Сфера. Ханза не стесняется делать хилки джамп, зная, что рейнджер это ничего не стоит практически. На отмену контроля стоит Ханза. Хорошая ракета. Да. Читает, куда побежит оппонент. Ракеты кидаются. Прям безупречно практически. Они на третью карту идут, да? Да. Пока да. Это хорошо, это будет интересно. А третья какая? Кто-то помнит? Сейчас скажу. Третья Авокин. О, Авокин. Да. Тяжелая карта. Простая она, как 3 руля. Ну да. Простая для обоих. Осталось 5 минут. Впечатляюще. Видишь, Ханза постоянно рейдит. Он не дает ей спокойно ничего делать. Ходит на перерез, ракетжампами подрезает. Подрезает, точнее, дорогу. И, конечно, не стоило так просто принимать все файты, которые Ханза навязывает. Ой, отлично, отлично. Ну, она держит же спокойно. Она еще не штраф ждет, прежде чем забрать. Молодец, так-то хитро. Ну, кстати, блин, не каждый сейчас сообразит на ходу, а смотри, сделал. И... Вылезался и... Не успел еще ракетку пустить. Вот она, тактика правильных ракет. А тут же еще верхи. Еще шанс был, потому что шаптом, конечно, у меня зря. Мне повезло немножко. Предпочла не драться. На мигу не стоит. Риски. Кроме да. Меня не слышно, я тут подходила на пару минут. И сейчас ты в эфире, здесь. Тихо. Я знаю. Микроним, спасибо. You come looking for a fight? Ханза тут просто отлично реализовывает рейнджа еще. Прям видно, что очень комфортный для него персонаж, да и карта. Чуть-чуть рано побежал, мог бы заставить ей ресурс. Надо. За часиками пошла, правильно все. Так, не удался. Ходить. Второй не удался. Посолить. Ай, чуть-чуть. Нет, шахтом нужно было добивать. Да мне кажется, там можно было садить. Они там шахтом просто понадежнее было. Аж молодец. Не опускает руки, не сдается. Ну, отличный рейлган, кстати. Не уверен, что я бы так попал. Не покрасил, отлично, отлично, не успел. Рано вышла. Так, можно занять позицию. И предпочитает не гоняться, а просто законтролить айтем. Не отдает фраги уже. Понимаешь, что... К сожалению, 10 фрагов тут уже по времени. Да, просто. Да, тут никак уже не успеть. Вот я об этом говорю, что Ханза с Райлганом постоянно из-за угла штрафует, видишь? Проблематично. А если бы она была, допустим, еще и не Гарри, то сложности было бы еще больше. Отличный Райлган.
Ой, заблудился чуть-чуть при выходе. Это даже понятно, что даже не факт, что там лишний дамаг получает, а просто это, ну, напрягает психологически. Осталось одно. Отменный фраг на самом деле. Да, дабл вейк сделала, типа ушла и вернулась, чтобы добить. В чем еще ей все удалось. Это реально круто. Давай, шаркись. Отличная стрельба так-то у нее. Не держит. Шан задержит. И умудряется, смотри, еще сделать фраг. Слышал он, где он. Отлично. Слушай, у Даши тоже хороший ранган. Заходит. Эх, не успела еще один раз. Досолить. Единственное, у нее еще такая проблемка. Ограниченный пул пушек, который она использует. Иногда это прям решает. Ну давай подумаем, машинган она использует? Машинган не использует, гвоздомет практически не использует. Да ладно, он все время на мигу выходит со снежками. Ну, она обычно его использовала, когда у нее только он был. Кроха, очень хочу сдать катнуть. Ха! Ага-га-га! Первый фраг сильно зарешал, думаю, что ли. 58%. Енот, я не думаю, что зато она захочет катать с тобой. Псих полосатый. Зачем ей это? Чего? Захочет, чего нет? Кто захочет? Она говорит, только что тут меня шифруется. Да, у нас тут в турнире только киберкотлеты, поэтому с обычными смертными кто играть. Да? Ну ладно. Так, и Авоки, Афина против Анархии. Ой, тоненький персонаж, это будет динамично. Динамично. Успевайте наиграться за Афину, потому что скоро я ставлю всего две веревки. Не знаю, будут они быстрее при этом пополняться, но... Да ладно, его спрашиваешь-то? Он вообще там не то что в желтом, он в красной группе сидит. Он спинает ногами, как захочет. Конечно, ты с ним играл сам-то, нет? Вот давай сейчас после этой игры я вас это скрещу. Так. Выиграет, попадает сразу в финал нашего турнира, да? Да-да. Может назад Централ? Ха, ну давай. Так, поехали, Централ тогда. Так, уточним сервер. Централ. Может тогда лучше Лондон поставить, чтобы обоим одинаково фигово было? Да, успокойся. А ты позднее ты вернешься, Енотик? Может, Толян дождется? Толян, он все не видишь. Работы прикрылся. Да. Так, готовы? Меня выкинуло. Ждать? Да, минутку. Просит. Ну я гружу уже. Крик. Кнут. А на турнире Ханс кому-то отдавал уже карты? Конечно, да, всего сегодня. И все? Это первый человек, кому он отдал карту? Не знаю, я остальные игры у него не видел. Мортик. Ну что, Мьюги что ли отдавать? Да, первый говорит он, Толян. Первая карта Дэдси? Ничего себе. Дэдси расчехлила паренька. Ну что там, где? Бегу. Почему волосы не назад еще? Сейчас. Распустить надо.
Давай, пошли, пилос. Так, поехали. Может, будет сильнейший? Поехали. Короче, действительно, нельзя ни за кого болеть. Почему? Ну, не знаю. Знаете, приятная, милая девушка. Руби так круто, классная. С Ханса в субботницу сидим. Надо же как-то разговаривать, продолжать. Молодцы, красивую игру показывают. Да эти песенки иногда вообще на стримах, да, поет? Да? Я не видела. Мама, нет, ты путаешь с Дейзи, с Маргаритой. А, ну, может скорее быть. Всего. Может да. быть. Какие ушки красивые. Стильненькая такая. Так, начнем с розовой ракеты. С розовой ракеты, да, нет, ну тут, я думаю, у него больше шансов, поэтому, скорее всего, нас перекинет. Готовьтесь к бою. Так. Ну видно, что мартышечек это тут не на уровне бычка. Через 3, 2, 1, бой. They're hitting me hard. Ой-ой-ой. Очень рискованно было. Ну, за это сразу расплата последовала. Ну, видишь, yeah, о чем я тебе говорил, что... Да, да. Стрельба у Ханза сильная. Ему просто так подходить нельзя. А с дистанции он еще и рейдит. Когда нужно чуть-чуть подзамедлить. Игру не лезть. Синхроны опять берут айтемы. Он ее слышит. Пытается запануть, увидел. Еще и аккуратничаю до кучи. Он использует свою обилочку, не трать время зря. Нормальная реакция у Даши. Вы от Ханса смотрите? Да, пока да. А я от Даши. Был шанс его убить на самом деле. Песики, по-моему, внизу съесть. Она все съела. Нет, за Ханзу. Ну, внизу она съела его часть. Я имею в виду машинганы, которые. Так. Травы. Попытка была. Неплохо. Но получил Рейлган удачи. Два Рейлгана. Ой-ой-ой. Джампаты, столько фрагов на этом джампаде, я прям вообще его боюсь теперь, как это. Сколько человек на том джампаде померло? Ну и сколько там еще за борт выкинуто было вдоль стеночки. Да. Лучше вообще на него не ходить. Самый опасный джампад. Да, я, наверное, раздумал, что проще реально раки джампом сводить оттуда, да. Шевле выйдет. Ханза не торопится, все контролирует, ничего не отдает. Говорит, делиться ничем не собирает. Ой, еще и Рейл успел. Проходик ракеткой. И прошляпил. Успел минус есть. Для меня он неудобный оппонент будет. Из-за стрельбы. Я бы сказала, не только для тебя. Ну видишь, штрафует постоянно, он очень маленький. Ой, зачем? Да. Ну, да отойди, отхилься. Опять этот джампад. Да, да. Не дал забрать, я же запинал. Обида.
А Даша кушать хотела. Ой-ой-ой, какой рейлган. Пытается она рисково играть, но когда все-таки оппонент и так ведет несколько фрагов, потом... Все, валим, валим. Не свали. Ой-ой-ой. Анархи точно наркоман. Что там он там убивает, непонятно. Знаю, что она любит фейк, говорит ниндзя. Бычок ушел, повадки остались. Ну ладно. А, на лужайку, и травка зеленая. Цветочки понюхать. Они все вот это. Вот он. Но она очень хорошо считает. Да. Обычно. Контроля у нее нет. Проблем никаких. О, закрутила. Кажется, она даже сама себя перекрыла. Ах, не хватило шаптика. Когда она хочет подштрафовать, там, ну, какими-нибудь яйцами, очень глубоко обычно заходит, живет. Обычно. Может, потому что Афина? Ах, зараза! Да. Ой, надо валить оттуда. Осталось 5 минут. Не лезет. Стоит персонаж. Отлично. Вышел на самом деле. Есть шанс. Рейл дать. Он еще штрафует, там на соплях он. Да, да. Вот это я не говорю, из этого он очень неудобный оппонент, что он на любой перебежке пытается заштрафить. И у него стрельба-то неплохая, поэтому зачастую это удается. Вот видишь, опять вот раз. Тут непонятно, то ли нападать, то ли не нападать. Сейчас она вот прыгнет и все. Не прыгнула, отдала стрелять, конечно. И солью сразу. Чувствую стек оппонента очень хорошо. Да, вот это нормально было сделано на самом деле. Даша молодец, что не да. Сдается. Ханза, конечно, не ожидал. Вот здесь вот, вот такие вот встречи у них очень часто. Она, когда сама разбегается, не слышит, что соперник идет. Лишний урон из-за этого получает. Ай-яй. Ой, соль решился. И пошел он через мигу, убежал. И, кстати, у Ханса анарки сильный персонаж. Он за анарки частенько играет. Ты больше за час лягушки это сделаю. Юля. Да? Проси, говорю, что с лягушкой сделают. Что? Что с лягушкой сделают? Что сделают с ней? Ай, with me! После патча. Нет, вроде ничего не сделает. Сделает. Что сделает? Вливать перестанет. Почему? У нее ноги и плечи уже сделают у модельки. То есть атаковать за нее проще будет. Она станет худенькая. Ну, типа. Прикольно. Блин, не отжала. Рано вылетела. Ну может успеет? Давай, нет, не успеет. Да, успеет. Ну, на шафте родилась, у нее веревка была, в принципе. Да. Если бы очень быстро постараться. Шафтик. Эти вот спрыгивания. Нет, она занервничала.
Я смогла еще фраг подарить. Не надо источать. Секундомер. Стрельба просто отменная ткан. К сожалению, никого не хочу обидеть, но если хочешь выиграть Дашу, забани ей ПК. Дальше будет намного проще. Но опять же, это я из того, что я вижу, как бы делаю выводы. Ты кому-то конкретно или ты имеешь в виду, что ей нужно других ей персонажей нужно развивать? Персонажей, да, надо хотя бы классический персонажей. Рейнджера начать? Рейнджер вообще... Ну, кстати, Гали у нее неплохая, она здесь не играла Гали. Стоит ногу и выжидает, как полетит, нифига. Гали хороша у нее тоже, скажем. Просто их чуть меньше чувствует в плане там КП и прочее. Такое ощущение. Биджей она тоже победа. Неплохо играет. Ой, поражение. Извините, я ничего не буду рассказывать. Бычок у нее все. Слышали, да? Юля сдала, да, из ее группы. Нет, но... Заклипали твои. Это то, что я видела по своей игре. Может, я слабенькая просто. Так. Даша, Юля тебя сдала с потрохами. Неправда, не верю, Даша. Все вранье, вранье. В смысле? Ну-ка, давайте рассказывай. Она сказала, что ей нельзя давать БК, на втором месте Галена, на третьем Биджей. Неправда, я не сказала, кто на втором, кто на третьем. Все в разброс было. Так от Биджей она сама. Все в разброс было, слышала, да, она созналась. Даша, меня развели, блин, как маленькую девочку. Блин, да, Дарья. Я был так уверен, что я могу с тобой соперничать против БК твоего начала. Ребята. Да, да, Дарья, ты огромный молодец. Ты первая, кто Ханза вынесла вообще на этом турнире. Хотя бы одну карту забрал мне. Да, респект вообще. Поэтому мои поздравления. Спасибо. Даша, ой, хорошая это. Игра. Ну, у меня тут есть такое. Помните Престона Вагана Джорджа Людас? Ты запомнил это? Он сейчас сделал донат. Кому? А, кстати, у меня Twitch завис. Я не знаю, сейчас есть это на Twitch, нет? А? Блин. Twitch завис. Много значил комрад. 777 рублей. Молодец. Неплохо. Понятно. Уже денежка. А, я вернулась. Так вот, хотела сказать. Спасибо. Спасибо. И те донаты, которые будут сейчас приходить, они идут в турнирный... Ханза на призовые, да. Ханза будут, да. А может и нет. Не, ну фиг знает, тут всякое может быть. Я посмотрю. А общак пока у меня, ребята. Там будем решать, как будем делить. Толян бабла тебе не видать, короче, я понял. Если выигрывает Ханза, тогда делим между всеми оставшимися. Да, да. На всех 30, сколько там? Есть предложение, если выиграет Ханза, делим между администрацией. А, как это будет... Я молчу. А ты типа уже пролез в админы? Не чувствуешь, что ли? Да. Карик, сделай тебя модератором, будешь ближе к Скаржику, чтобы он не зарывался. Ты можешь мне дать только одну функцию бана. Забанить. Скаржика. Только его, да, больше я ничего делать не могу. Держи, Вова. Только его контролируй. Все в твоих руках. Не на, я сам у него заберу эти права. А ты можешь, что ли? А если будешь себя плохо вести, серые руки украду. Пришел жених. Догадайтесь, кто? О, это тот самый, который у вас где-то... Тот самый, да. Юра! Где Юра? Привет, Владос. Да нет, я вчерашнего Юру вспомнила. Нимбифер ЛК. Который Престон Ваган Джордж Людас. А, кстати, знаете, Джордж не просто так. Джордж — это с какого-то языка же Юрий? Да. А что ж означает Престон Ваган и Людас? Людас, может, жена Людас? Короче, здорово. Ваган, есть у него машина, а Престон... Кто такой Престон? Может, это его любимое иностранное имя? Короче, Даша, ты знаешь, что вот
Я посмотрю, конечно, по таблице, но, по-моему, ты первая, кто забрала у Ханза карту, да, Ханза? Первая, понятно, кто у Ханза забрал карту. Первая и последняя. Жесть такое имя литовское. Ханза, да, любитель себя похвалить. Я считаю, достойно. Не, ну ты так, конечно, жестко отомстил на двух просто. Знаешь, когда я уже понял, что я первый просрал, я думал, бля, нахера я нарки выбрал на третий? Я сегодня весь день вообще на ЦПМшниках не играл. Я просто думал про себя, блядь, Ханза, ты долбоеб, зачем ты так делаешь с тобой? Ты же сейчас просрешь этот сет, блядь. Ну, блин, после первого фрага на Вокине, конечно, да, там уже уверенность пришла ко мне. А как тебе Даша играет? Как по ощущениям? Даша играет хорошо, стрельба замечательная, но не знаю, как ты там по игре проиграла, конечно, мне на второй и на третий. Учитывая, что на первый так сильно выиграла. Не знаю. На второй была лобода какая-то с ракетами. И оказалось, что они не в меня летят, но я ловила все сотки. То есть я даже не могла от них отмансить, я как будто, блин, их магнитило. Меня это настолько бесило, что походу... Это на каком сервере было? Это на вторая Исте. Карта. Вторая была на вторая Варшаве, Варшаве. Первая, третья мы играли. Варшаве. На Варшаве бывает такое. Кстати. Ну, а вообще, знаю, Даша, тебя знаешь, что пленило? Тебя на Авойкине джемпад пленил один. Вообще шикарно. Не, я туда упала. Один раз я упала, второй раз меня что-то закинуло. Это неосознанно, это не мои желанные джемпады. Потом убила. Ребята, почему бы нам не вспомнить конец первой карты, где Даша застряла, да. И его не выпустить никак. Клип уже сделали на Твиче. Да? Это было забавно. Это вообще лучший момент. А у меня ни рокета, ни гвоздей, по-моему, не было. Я ничем выбраться там не могу. Я скольжу только назад. А ты не могла просто побегать туда? Не, я начинаю бежать, меня вниз, короче, скользит. У тебя гвозди были. Были? У тебя были гвозди. Ну, короче, я тупая, не значит. Ханза, почему ты не подошел и не дал руку, не вытащил он бычка? Он меня вытолкнул, как этот королеве. Он как джентльмен ракету подал. У тебя там была, кстати, полсекунды, Ханза, я же видел, ну, по клипу, что ну, ты мог обратить внимание, что она как-то не падала, раз чуть вверх подскочила. Ну, ты, конечно, такую херню на первый раз увидел. Нет, и но потом... он стоял долго, не секунду, он долго стоял и думал, что сделать. Она меня убила, короче, я респнулся, я вернулся туда-обратно, ищу ее, а смотрю, офига, она еще там. Да, ты видишь, что самоубийства нет, да, лишь ты ее выкинул, тебе фрага нет. Вот, и ты типа, стоял, и она там, ну, типа, ты сначала еще стоял, смотрел на нее, тебе не видно было, да, ее за этим, за костяшкой? Нет, ну, как бы, я думал, что она чуть-чуть еще, я вытолкнул бы ее, но, походу, она все-таки вылезла оттуда. Я думал, ладно, пойду туда-обратно, там скоро мега вроде, и смотрю, а Даша еще там. Ты такая, хелп, блядь. Бычок-то большой. Помогите. Интересно, а если ракеты не было, да, Даша? Ракеты не было, я думаю, гвоздей нет, я что-то... Вот гвозди надо брать. Про гвозди забыла. Не, гвозди были, просто не увидели. Это паника, видимо, была. А вообще, как проверить, гвоздями оттуда вылезешь? Ну, вылезешь, по идее. Надо же запрыгнуть туда и еще умудриться. Если костяшка направлена, ну, вот этот позвонок там направлен на тебя, то там гвоздями особо не вырулишь. Там от стенки можно, стенки можно. Ну, я и говорю, около стенки, который выступающий позвонок. Даша, легенды будут ходить. Легенды о твоем крафтеде. Как бычок застрял. Так, ладно, что, у вас еще игры есть, они нет? Там... Да, конечно, а как видео назвали, клип? Миюга с этим. Тут Миюга есть, он мне писал. Клип. Клип назвали «Надо худеть» или что-то. Надо худеть. На диету пора. А, на диету пора, да. Ну, знаете, что радует? Ханса такой джентльмен, он прям стоял, наверное... Ну, да, секунд, мы в чате ржали просто, прям. Мы общались, как это весело. То есть он на автомате не убил так, знаете, увидел и бахнул. Он сначала кинул на автомате ракету, просто от неожиданности ее куда-то вообще метрах в пяти. Я в Дискорд выложил. Ну так, что понятно было, как бы, чего уж там, блин, спешить за фрагами, там только фраг престижа и все. Да. Не, ну да, первую карту мне, конечно, отпиздили так жестко. Большой респект себе, Даша. Да. Даша жёсткая. Да, за секунду спасибо, я что не забанили БК и выдержали это. Да, гвозди были. Потому что ты первая пикала и банила. А, ну да. Не, ну я и так. Без шансов. Так, что, я отключаю сейчас стрим. Мы найдём второй. Дашенька, я тебя записала.
Да, первого теперь... лица все карты. Только меня вырубало там, посмотришь там, если захочешь. Если меня захочешь. Вырубало там. А что, стрим был прямо на двух каналах, что ли? Да. Дайте, готовы сказать? А я специально запустила, да, и да, да, давайте смотрела. Я отмучаюсь и пойду. Отмучаешься? Ты с кем? С Хантом. О, Хантик. Да, давайте я с Хантом, а я пойду паблике. С херни пострадаю. Давай, Хансу, с победой. Я знала, спасибо. Что ты выиграешь, блин, где-то глубоко в душе что-то подсказывала. Ну, а думала, карапты ты отдашь, если ты единственное, дашь, кто меня верил, карап... это Мурчик. Вот Мурчику за это просто, блин, руку жму тебе. Вот это бро настоящий. Блин. Перед матчем написал мне Steam, блин. Да. Ладно. Все, хватит, у меня уже кипяток, яйца горят. Поэтому, Ханза, ты устали играешь, а не... Ты уже на стриме. Леся, можешь всему стриму передать привет. Тут даже Сережа есть. Кого тут только нет. И Сережа тоже. Все про яйца слушают. Да, а зачем вы транслировались? Как зачем? Мы же закончили сейчас игру. А, стрим не прекратили? А, Владос, это чемпионат, это турнир Юмур называется. Юмур. Юмур, да. Кто следующий? Кто следующий играет? Давайте быстренько. Я. Дети. Дети про А ты попозже. Давайте, может. А когда я буду с Хантом играть? Он меня не. Когда мы закончим турнир, тогда ты будешь с Хантом. Следующий его приезд. Валите. Эти два чела. Фокус, привет. Я еще завтра буду дома. Так, сейчас я тогда Микроним и зрителей перезапущу стримчик. Пока Микроним оформляет там все. Ну давайте, я тоже перезапущу. Микроним, в смысле, Мурчик. Илья. Вот я же о том же, понимаешь, Ханс. Хансой, я записала Хансой в СД. Ты помнишь, когда стримил наши игры, когда Итит, я и Джар играли? Ну. А Джар с Ититом в итоге сыграли или нет? Я еще помню. Ну ты же стримил. А у меня память-то как у рыбки, посмотри, если стримили, у меня автопубликация стрим. Просто мнение есть, что типа Джар с Ититом сыграли. Просто они должны были после моей игры играть, я ушел, не знаю. С кем играли мистер Хант? МР... Хант, ты смотрел сейчас игру Ханса Дети? Нет. Нет?